Короче, сегодня я вам расскажу знаменательная дата, связанная с вашим городом и со всеми вами. У нас первый, самый настоящий, блядь, солдаут, ребята. Я вам расскажу, что я на первый концерт, когда свой, блядь, в Москву приехал, я смотрю, ну, пришли люди, да. И я думаю, ну, все, пизда, походу в бедности я свою старость встречу. Нихуя! Нихуя, пацаны! Рычит мотор, за окном весна, вокруг тишина. Я еду один в этот раз, на переднем никто не сидит, ты мне не нужна. Мне вообще никто не нужен, сам себе погрею ужин, сам себе пожелаю спокойного сна, тебе пожелаю, чтобы ты скорее нашла. Ну, в натуре, ребята, ну сомнения еще есть, что будет пушка, нет? И проститутки, сколько еще молчать? Денис, ты огонь вообще. Любви я не хочу обрекать тебя на муки. А вы с Мироном общаетесь? Тугар, вот, конденсат со стен. Так вот вопрос какой? Если у тебя такой выбор станет, ты променяешь жизнь творческую на жизнь семейную? Матерей цензура закроет, это квадратом успех. Это не ваше и это внутри, не хочет наружу. А в треке «Лето тебя убьет» во втором куплете ты извиняешься перед Ромой? А, мы в Москве, сегодня концерт «Грязи». Концерт «Грязи» и тут солдаут. Это не интервью, выпуск с интервью, вы можете посмотреть, он уже на канале, вот здесь вот появится этот выпуск, можете посмотреть. Сегодня будет просто о том, как прошел концерт, и зададим пару вопросов Денису по новым этим песням, потому что реально там, ну, лично мне очень интересно. Спасибо за ваши комментарии, мы очень старались, спасибо, что вы отметили какие-то плюсы и минусы, спасибо. Друзей. Надеюсь, все получится. Все будет круто, ребята! Мы, кстати, уже подходим к клубу. О, здрасте! Мы «Грязь Рекордс». Мы вас уже видели, ваше интервью очень классно, понравилось. Я вам в Инстаграм написал, очень крутое интервью. Так, клуб «Катакомбы». Темень, слушай, опять слышим Дениса. Мы снимаем. Пойдем, все, кто есть. Сразу слышно. Здорово. Здорово. Другое место, те же люди, да? Скажи, пожалуйста, как тебе наше интервью? Охуенно, мне все понравилось. Я смотрел, смеялся. Пиздец. Это канал Бас, который у тебя называется. Это Бас вот этот синтовый. Охуенный ролик сделали. Бас синтовый. Просто я вложил всю душу туда, а по-другому быть не могло. Очень круто. У тебя вышло вот этих вот два новых трека, да, из второй части. Да. Они, кстати, я уже буду повторяться. Опять, как? Ну, как ты можешь нормальные, написать? Нормальные, да, пушки? Чувак, это невозможно. Нормальные пушки. Каким образом? Каждое слово, каждое... Смотри, мы вчера сидели в сауне, я включаю эту музыку. Сидим мы вчера в сауне, блядь. Я такой, тихо, все заткнулись. Из первых нот это. И проститутки, сколько еще молчать? Окей, пойдем. Пошли пообщаемся. Пойдем посмотрим. Друзья, давайте что-нибудь помашем, не знаю. Помашем! Грязь, 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 грязь. Это просто охуенно. Новая как тебе? Новая рычит мотор просто. Разрыв, да? Разрыв просто всего. Это просто сердечко. В душу запало. Прям вообще. Откуда приехали? Нижний Новгород. Видишь, ваш видос смотрел, пока в метро стоял. А, чтобы с Денисом познакомиться? С его творчеством? Вообще было бы здорово. Какие любимые треки? Детство. Давай зависим окна. Детство просто. Просто, блин. Так, так. Вы с Москвы? Да. Будете сегодня плакать на концерте? Ну, постараюсь. Любимый трек? Детство. Что, всем детство так нравится? Нифига, пломбир. Пломбир? Пломбир? Денису нравится. Ну, такое же детство? Такое детство было, да. Прям один в один. И да. Тоже стоял на картонке. Да, вот мы сегодня так обсуждали, что кто-то не стоял. Прикиньте, уже выросло поколение, которое, блядь, не стояло на картонке. Сегодня солдаут Денис вывесил, да? Вот этот человек не смог попасть на концерт. Да, у меня нет билета, да. Вкусно?
А что ешь? Из новых треков. А что это? Вот два последних. Это печенька? Да, это из Амстердама? Нет. Спасибо, братан. А в треке «Лето тебя убьет» во втором куплете ты извиняешься перед Ромой? Но если можешь меня прости, но это лето тебя убьет. Был вариант тебя спасти, но сделал все наоборот. Во втором куплете «Лето тебя убьет». Дай вспомнить, я не могу вспомнить песню с середины, понял? Надо сначала все... Ну, первый... Не, там вообще про него нет ничего. Я просто прям прямое услышал, нет, что... Нет, там про него нет ничего. То есть это не про Романа, да, вторая нет, часть? Нет. Я понял, хорошо. Как давно слушается «Грязь»? Слушай. С самого начала. Ну, наверное, да. Ну, да, в принципе. Так, уже... это уже интересно. Поехали, любимая песня за всю историю. Папа фашист, конечно. Давай, ну, Джон Доу, например, там что-то нравится. Папа фашист для меня. Ну, с «Грязи» Курносик. Конкретно, если говорить о «Грязи». Джон Доу так не скажу. Проснись, Джон Доу, разве что. Хорошо. Денис, ты огонь вообще. «Рычит мотор», вот в треке «Рычит мотор», вступительные слова, где, ну, вырезка, с какого это фильма? Слушай, меня уже много кто спрашивает, это Давид с девушкой со своей, они нашли в каком-то сериале, и, бля, они мне сказали, а я забыл, если честно. Я потом спрошу у него, я узнаю, очень много кто задает этот вопрос. Мне аж самому даже стало интересно немножко. Бля, софиты эти лупят пиздец, да, жестко. Что, жарко? Ну, бля, тут чувствую, будет вообще мя. Скажи, как давно слушаешь группу «Грязь»? Ну, где-то года полтора, наверное. Любимый трек? «Расскажи мне о любви» и «Жуки в янтаре». А давай ты напоешь что-нибудь? Я плохо пою. А они там читают. Давай, она подружка. Просто расскажи мне о любви, я не хочу обрекать тебя на муки. И поэтому молчу. И хорошо. Поэтому молчу. Супер. Нормально? Прям можно на сцену идти. Ну. Как ты просил записать Олю Кравцову эту часть? Где-то в середине трека из багажника орёт девушка. И эта девушка я. Важно, набитый бумажник, но заработан. В огне внедорожник, просторный багажник. Надеюсь, тебе хорошо там. Просто вот объясни, ты ей позвонил, и вот что ты говорил? Да, я ей позвонил. Я ей звоню, говорю, короче, привет, Оля. Она говорит, это кто? Мне говорит, это Денис Грязь. Она... Когда мне Денис прислал этот трек, я просто такая счастливая 3 дня ездила, как будто Грэмми получила. Записала лучший рэп-альбом, получила Грэмми. Короче, я ору из закрытого багажника. Да, я, говорит, в салоне, в этом, в каком-то, в красоты. Да, наверное. Я в салоне красоты. Я, говорит, сейчас я не смогу записать, ну, типа, чуть-чуть попозже. Я говорю, хорошо, все ждет. Она потом побежала в туалет и говорит, короче, запишу сейчас. И в туалете мне на диктофон записала в этом самом... Ну да, я, по-моему, ты рассказывал историю. Да. А я имею в виду, как ты объяснял? Можешь записать, что ты лежишь в багажнике? Да, я написал, типа, что, говорю, вот представь, что ты мамка, и ты должна очень нежно сказать, ну, там, типа... А, подожди, мамка, это она была в этом самом... Мамка, это она была, да, ты особенная. Ты особенный, ты особенный, ты особенный. Ты у меня лучше всех. А тут, да, я ей объяснил ситуацию, что, типа, вот ты едешь, и вот пиздец, короче, лежишь в багажнике, не можешь выбраться. Записывай. Она мне там несколько вариантов прислала, помощнее, там, не помощнее. Но за деньги не купишь любовь и не купишь удачу, догоняю закат и плачу. Я от Кравцовой, если вы знаете, кто это. А в смысле ты от нее? Ну, я, короче, подписалась на Кравцову, хрен знает, сколько времени назад. Олечка, смотри, Олечка, Костя, я люблю тебя, да. Это только любовь. Из-за Ольги это любовь. Вот, и у Оли была сторис с Денисом. Я послушала, боже, он запал мне в душу. Я думаю, боже, и Оля любовь, и он любовь, и поэтому мы пришли. Твой любимый трек? Москва, конечно. Ну и новый, господи, «Рычит мотор», да. Это разрыв, да? Да, это просто ад. Сегодня первый раз? Да. А вообще слышал их творчество? 2-3 песни. Какие? В метро, когда ехали. Сюда, в метро. А какие песни тебе включили? Там какая-то, она была в топе ВК, то есть самая первая, что-то там... Я ненавижу людей. Я бью женщин и детей. Не то, нет, да. Ну, как-то так, похоже название. Ну и что, зацепило? Да, мне очень понравилась музыка, даже больше, чем слова. Я просто тоже музыкант и, ну, как бы, прям очень зацепила музыка. Правильно.
А у тебя и в прошлый раз было что-то с микрофоном обмотано, тебе так нравится, брат? Это им мотаю, чтобы им мотать. А-а-а. Вот. Давайте еще что-то посмотрим. Что посмотрим? Лайфхак, если хотите мотать микрофоном, как Денис. А у него очень эпично получается. Мотайте его сначала, да, вот так. А я думал, что, ну, типа, что за прикол вообще, зачем? Это чтоб провод не отъебался, в башку не залез. Том, была бы кровь, том. Было бы как ты хотел. Ставили в клип детства. Так, репетиция. Ты же был менеджером ЛСП, да? Да. Тур-менеджер. Да. А ты ушел, потому что, ну, все, сольное творчество или просто... Ну, там у нас были там как определенное недопонимание, и потом, ну, и там... Я где-то там очень сильно накосячил. Ну, короче, там было смутные времена, я бы так сказал. Вот. А так бы, может, и не пошел бы в сольное плавание? Да не, бля, уже надо было. Уже надо было идти, и надо было уже... Внутри, короче, ну так, бля. Ну, да, пиздец, рвался на каждом концерте. А потом... с утра. А вы с Мироном общаетесь? Ну, сейчас реже, конечно. Ну, даже, можно сказать, очень редко, да. Но у него... Плотные тоже, плотные дела у него, я совершенно уверен. Ребят, всем привет. Добрый вечер. Как давно слушаете группу «Грязь»? Ну, уже как два года. Года почти. Два, да. Ваш любимый трек? Ой, на самом деле все нравится, без шуток. БПН. Я просто когда так говорю, мне говорят, что я задрот. Мне все нравится. Ну, мы же не задроты. Я считаю каждый трек гениальным абсолютно. Ну, мне вот рычит мотор. Я не один. Все, ребят, круто вам оторваться. Спасибо. Походу, народ начали запускать. И мы пойдем туда уже начинать снимать движ. Давай свой инстаграм. Инстаграм, это получается вот, то бишь как что. Не заебись, все, пошли. Так, ну что, начали запускать народ. Так что движ скоро начнется. Вы сами видите, какая у нас офигительно здоровая очередь. Ну как настроение? Все готово к шоу. Что будет сегодня? Будет угар, вот конденсат со стен. Разрываем. Любимый трек? Джон Дон, проснись. Моей девушке нужны деньги на аборт. Из этого ты можешь сделать вывод, что я уже не девственник. Так, сегодня так, будет весело. У меня майку. Он, здравствуйте, Денис. Я говорю, здравствуйте, можно мне майку? Она говорит, вот, я пошел мерить, выхожу, говорит, сколько стоит? Она говорит, можете еще 5 вещей взять бесплатно и сфотографироваться? Ну, типа, да. Возьми мне что-то. Говоришь, ты в Дженейр еще играешь, правильно? Да. Каково совмещать два коллектива вместе? Ну, я совмещаю больше, чем два. Концертный менеджер Сенсей и Алексея Архиповского, это балайшник виртуоз. То есть ты вообще мастер вообще. Ну, я по всем фронтам ебашу. Ну, то есть ударники в крови просто. Ну, да, это, то есть приходится, ты не можешь сочинить красивую песню, поэтому ты должен как бы что-то компенсировать. Вот я, ворк-вопросы. Как Ларс Ульрих, только я играю получше. Денис, как часто ты пользуешься вообще услугами фанаток? Бля, вообще не пользуюсь. Если честно, вообще не пользуюсь. Они у меня такие все, знаешь, маленькие, добренькие. Они там картиночки мне рисуют, там всякие красивые. Мне очень приятно. Спасибо, вот я пришел сегодня, я сразу зашел со входа, мне сразу подарочки там вручили. Очень классно, мне очень нравится. Присылайте свои подарочки на почту. Физически, да? Да, да. А ты же в Питере живешь? Да, я в Питере живу. Аккуратно, я одноногий. Буквально? Так сказать. Так, круто. Ты будешь сегодня, как это называется, флексить? Я буду орать. У меня уже нет голоса, но я буду орать как-нибудь в себя. Дружище, любимый трек «Грязи»? Обоссы колени, киска. Отцы будут пытать могилы на фоне кровавых стаканов. Дети будут стрелять, но тебе цензура закроет. Это квадрат успех, это не то же нет. Так, у нас фанаты еще спрашивали, вопросы задавали. Когда выйдет фит с Ноу Зимси? Вот мы его реально ждем. А планируете? Да, на афише видео было сказано самим Ноу Зимси, что планируется фит с «Грязь». Когда они с Анакондас, по-моему. Да, все верно. Да, будет, будем, сейчас я сяду за работу, короче, отыграем концерт, и сейчас я сяду за работу.
будет. То есть, а его парт записан, тебе просто надо куплять? Я даже не знаю, записан у него там или нет, но мы еще это не обсуждали с ним, этот вопрос. Но трек будет? Да, будет. Шикарно. Вот, и будет ли мерч еще «Я легенда» снова? Очень хочется. Будет новый мерч будет, да, нарисовал я уже, короче, новый мерч. А ты сам рисуешь? Там, ну, с ребятами, ну, я типа подаю идеи, вот там Паша Ватман, допустим, вот мой Кент, он рисует. Я говорю, типа, он там подает какую-то там эту самую, и мы разрабатываем, в общем, сами это все. Ну, в планах ты хочешь прям прогастролировать? Да, сейчас будет, сейчас будем тур собирать, да. Ну, после зимы, как там принято. А ты не думал больше клуб уже выбирать? Больше будет. Уже, короче, будет больше. Потому что, типа, у вас просто... Кто же знал, да, видишь, что так. Да кто знал? Это, кстати, да, такой вопрос. А ты чувствуешь, что популярность и... Ну, твоя музыка сейчас начинает просто уже это всюду звучать. Слушай, ну я немножко отдаленно, короче, это чувствую. Я вижу, где играет. Я вижу, там мимо проходишь, знаешь, ну, типа, чувствуешь, что-то, блядь, закрут пошел. Нормально, мне нравится, как происходит все. Девочка Майки, видишь, понял? А, маленькая теперь есть коробку схватила, да, вот теперь можешь подойти мне все спросить по майку. Просто в том интервью там, где майки? Все, уже я сделал, я, короче, приехал, прикинь, продавали этих майк, приехали после тура уже в Россию, и, блядь, половины бабок нет. Просто куда я их проебал, я не могу понять. В смысле? Ну я куда-то, ну там же фестивали у нас, фестивалили, короче, на этом самом. Куда-то я в ночниках где-то, походу, закупался. Серьезно, там, в каждом городе. Это ритуал такой каждый раз? Да. Или это просто... Это просто... Ритуал, это просто ритуал. Да, но... Модный ритуал. Нужна любимая женщина, одеться-то надо. Да хуй знает, не знаю. Посмотрите, сколько народа. Вот стоит чувак, просто ждет, блять, этот концерт. Видите, только эмоции максимально. Тусили недавно с твоим барабанщиком бывшим, я у него спрашиваю, говорю, а как так, чего ты, блядь, это сейчас группа самая топовая будет, все, разрыв, как ты ушел? Он говорит, ну, типа, у вас там был период, когда Рома, англичанин, сказал, что все, чуваки, мы уезжаем, да? Да, 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 да. Что-то какие-то машины продавайте, поехали. Да, да, я продал, у меня была тачка, я продал последнее, блядь, и поехал. Да, ну и пацаны остались, как бы. Ну, он сказал, ну что там, у него бля, семья, у всех свои, да, короче, конечно. Он... Бля, у него там пиздец, у него там трое жена, детей, и там, трое, да, детей, да, да, да. И куча всяких вариантов там, знаешь. Так вот вопрос какой? Если у тебя такой выбор станет, ты променяешь творчество, даже не творчество, а ну вот эту жизнь творческую на жизнь семейную? Бля, ну я думаю, это возможно совмещать. Как-то. Ну, конечно, не, бля, не променяю. Ну, пиздец, а что я буду делать? Это дернусь точно, 100%. Только что здесь была огромная очередь. И сейчас все в клубе. Люди битком, люди стоят на улице, просят, вот деньги возьмите, пустите нас. Им просто отвечают, что нет места. Денис сегодня даст жару. И мы пошли, уже не терпим. Веселиться, веселиться, в поте лица. Я болтаю, болтаю на финковой веревке. Детство, как страшно и весело. Ничего не известно, все интересно. Разноцветное место. Непонятные миссии, сложные квесты для такого, как я, игрока. И подумал, что намного будет проще проходить, если буду играть в дурака. Пляж от смех рвет пузо, угощают арбузом бесплатный в кульке круассан. Мальчик-курсант, что фурор производит по берегу, ходит сырой на грузах. Вечером с мамой бассейн на всех, женщины в душе плескаются. Думают, мальчик тупой совсем, и поэтому не стесняется.
ручка в ручке. Так на летучке, братом за ручку идет в качалку. Попал в раздевалку, сел в уголочке, краснеют щечки. Фрудалом его стало жалко. Пока скачки разбавляли бачки, продвинуто с водой из бочки. Мальчик открывал пальчиком шкафчики, мальчик чистил их кошелечки. Мне не стыдно, все притворяются, смотрят на всех, на свет появляются. Чем заполнишь пустые листы, будешь ты, информация не проверяется. 20 лет, нет друзей, нет девчонки. Я всегда буду тем парнем в зеленке, который играет один. Автомобиль поставил до грязи. Так что мне маминых рук не хватает и маминых связей. Тогда пора жениться. Говорили мне родители,
что хотели победителя. Как дурак получился, просто удивительно. И враг для меня показателен, как быть его худшим создателем. Фак пиджак на бате моем, платье и шпоры на матери. Кассеты остыли, букет подстырил. Конверты вскрыли, но все оказались пустые. Повесили платье обратно на окна. Слезы проникают в волокна, пыльные подушки. Взрослая жизнь — это вам не игрушки. Жаль, что другого сына или нет. Мы как жуки в истории. В этом миге застряли. Летом вечера, мы в январе. А когда мы немного отдаем. Вот и тут не ждет настоящим. Будущее не завод. Прошлое кажется столь манящим. Заглянешь ящиц и краешь ящик. Я бы хотел все начать сначала. Там ты меня не знала. Но прошлое — это ведро цемента. А я на краю причал. Кричу, помогите! И в мутной воде я увидел лицо одноклассника Вити, которому я помог выйти. Что? Прямо на тот свет. Он все забычен. Я зашмурил глаза и вытянул из-под ног табурет. Когда покормил, выключил свет. Нам было по 14 лет. Навсегда в нем рискует остаться. Навсегда. За что я спросил у мамы, пока она собирала мне ранее, чтоб год за годом таскал за плечами балласт одинаковый дни. Навсегда. Так хочется и поверить, сбежавшись к стене, что ее холод спасет от одиночества, как патрон на войне. А ранец неплохо устроился, став чемоданом с годами. Но так надоело таскать с собой везде груз пыльных воспоминаний. И, конечно, застежки откроются только когда я упаду замертво, став просто телом, что сука лежит в земле, которая пахнет гробами. Скоро, чё, как вы? Дайте шуму! Че, давайте веселиться, заебали. Короче, хочу сделать одно объявление, что если вы будете, блядь, драться на наших концертах, на которых мы, блядь, несем вам мир, я лично выскочу с каждым из вас. А это, пацаны, вам не надо. Я вам отвечаю. Давайте любить друг друга, давайте делать музыку свободно, и чтобы, блядь, мы все просто отдыхали, блядь, в одном и том же месте. Да, правильно? Ебали мы в рот, нахуй, всю эту хуйню. Сейчас будет песня про человека, который пришел на дискотеку и охуел. Бывало, да, такое? Пришел на дискотеку и охуел. Если бы мне дали этот шанс, если бы отмотали эти сутки, я бы не пошел к Джею на кассу. Я не купил в эту ленту все фотки. Мы с мамой живем в небольшом городке. Там, если бы сел, то судак на реке. Если бы сел, то судак на крюке. В ящике не было писем. В воздухе столько свободы, что хоть подавись им. Короче, ребята, вы готовы? Вы все готовы? Следующая песня про моего кента. Меня с моим грехом правду говорила ты.
лет назад из этого зала в карман мне не цента. И вот моя Москва из окна бесконечного бизнес-центра. Я мечтал, что стану круче 50 центов. Я хотел огромный дом, как у жизни. Но как всегда просыпался вблизи. Такси вези куда. Галогеновые глаза глядят туда, где можно поднять деньжат туда, где один вариант остается. Он либо добьется, либо вернется назад. Посмотрите, кем я стал, кем я стал, кем я стал. Посмотрите, кем я стал, кем я стал, кем я стал. Посмотрите, кем я стал, кем я стал, кем я стал. Посмотрите, кем я стал, кем я стал, кем я стал. Короче, сегодня я вам расскажу знаменательная дата, связанная с вашим городом и со всеми вами. Блять, у нас первый, самый настоящий, блять, солдаут, ребята. Бля, вы пришли и разъебали. Я вам расскажу, что я на первый концерт, когда свой, блять, в Москву приехал, я смотрю, ну, пришли люди, да. И я думаю, ну все, пизда, походу в бедности я и, блядь, и свою старость встречу. Нихуя! Нихуя, пацаны! Сейчас я скоро стану богатый, напишу охуевшие еще песни, блядь, там всякие, знаешь, с прямой бочкой, там, блядь. Но про смерть, но про смерть, все будет про смерть. Абсолютно, все веселое будет, блядь, про смерть. Короче... Следующая песня, да, я уже могу объявить следующую песню. Следующая песня, вот знаешь, как мне вот моя девушка иногда с утра уже уезжает на работу, я еще сплю, у меня свободный график. Она мне пишет, слышишь, ну типа, оставь на проезд. А я ей, знаешь, что отвечаю? Бля, мне тебе нечего дать. Оставила след жирного лба на стекле, как печать документа о том, что нас нет. Что тебе не нужен поэт, и твоим мужем станет любой, кто заплатит за ужин. У тебя целый дом гостей с друзей его. В общем, как у меня никого. Он ведет себя грубо, в телеграм ночью пишут. Наверняка не чьи-то губы, ты спросишь, откуда он будто тебя не услышит. Ты привыкла терпеть обиды, и цехей не греет, как шуба. Прячь синяки под модный прикид, подруга. Ты же хотела стать частью круга. Я готов опять повернуть время вспять. Но мне тебе нечего дать. Мне тебе нечего дать. Хлопайте себе, потому что я хлопаю себе каждое утро, стоя в трусах. И хлопаю, блядь, знаешь, в каком плане? Типа, блядь, ну ты докатился, жирный уёбок. Короче, к следующим концертам вы охуеете. Я буду, блядь, вообще накачанный, блядь, разъёбывать тут. Я понял, что без средств мне тебя не забрать.
А сейчас есть деньги, сейчас есть власть, вроде жизнь удалась. Но почему они нас не делают счастливыми? Я каждую ночь тебя видел в своем сновидении. Как ты сидела на соседнем сиденье. Рычит мотор за окном, весна, вокруг тишина. Я еду один, в этот раз на переднем никто не сидит, ты мне не нужна. Мне вообще никто не нужен, со всеми мне и ужин со всеми. Пожелаю спокойного сна, и тебе пожелаю спокойного сна. Весна меня манит, весна меня ранит, весна зеленяет золотыми огнями, горит костер. Номера все стер, на мобиле, чтобы не нашли, чтобы не посадили. Помнишь меня, это я тот парень. Помнишь, что я в двери с цветами. Помнишь, как ты меня отпустила, мальчик. Если станешь богаче, купишь тачку, тогда я на дачу поеду к тебе. Но за деньги не купишь любовь и не купишь удачу. Догоняю закат и плачу. Льет мотор под капотом. Все остальное будто не важно. Набитый бумажный нал заработан. В огне внедорожник, просторный багажник. Надеюсь, тебе хорошо там. Кричит мотор за окном. В городе я на даче, за щеки конфеты прячу. По колючему полю трусаем босиком, гоняя с Серегой мячик. Разбали молоко, земляничный пирог, меня дожидается в печке. Краснеет желтого солнца лицо, окунаюсь в холодную речку. Школьная форма в детстве, то отрицать, запрыгнула в плечи. Первый в жизни учебный год, только до скорой встречи. И мне ни страниц пустая, тетрадь, учебники под кровать. Мата сегодня освободили, значит могу поспать. Соседний подъезд плевать на перила, из ящиков письма красть. Ольга призналась, что где нас курила, но ей не понравилось. Родители в городе, я на даче, от бабушки пиво прячу. Прикрывали Ольгину грудь, дёргать звёздный мальчик. Я наблюдаю, если звёзд открываю холодное пиво. Почему этим взрослым край везёт, и какое же вкусное пиво. И начинаю учебный год, последняя парта в руке шпаргалка. Первый успех в кармане зачётся, за Ольгой приехала иномарка. Пропуски выговорят пасты. Гоняют как облезянку, реально стыдят, никогда не сыт и не пропускает пьянки. Утро словно голову ранен, отсюда скорее уйти. Сказал спасибо страшной линии за открытый доступ к сети. Диплом и последний год, да. Родители дома, я на дачу. Водку на стол, помыть огурцы, а Лену от бабушки спрячу. Петля, приговор, семейная жизнь, потерян, разбросан, растрачу. Я с тебя, Оля, всю жизнь любил, и Оля в трубку заплачу. Летят кометы, дожди, свинья. Этот день, как тот безумный хотят, которые хотели, но уже не хотят. Хочу утопить этот день, отдать свое тело в воде. Хочу и врачу, который будет спасать. Скажите, не трогать, а просто ждать записку для близких вашему мяч. Мы же не
не плачь. Видишь, я выбрался, руки не прячь. Я помогу, уже наверху. Будем встречать этот день в холодной воде. Меня будут искать, нырять в камышах на святом. Родители будут плакать потом. Собак заведут, а прочь с котом. Рано вставать не нужно. Слово — это оружие. Запах духов, разноцветное кружево. Мне это нахуй не нужно уже. Как дорогое яйцо Фаберже. Буду лежать на втором этаже. Вниз холодный карниз. Расскажу тебе про мою печаль. Время, которое мы проебали, не отдадут, как не отдали военник в военкомате. Вдвоем на огромной кровати слушал пиздеж про твою любовь. То есть про то, чего нет, и в ответ просто кивал головой. Типа у меня точно так же, типа я тоже такой. Знаю, что сила в звенящей монете и справедливости нет. Верю, что на этой планете каждый барыга и он же клиент. Боюсь, что распухшее тело мое в морге будет насиловать мент. Жалею о том, что лизал проститутки, а на районе сказал, что нет. Точно не виноваты. Солдаты будут стрелять детей, потому что они солдаты. Солдаты будут падать в могилы на фоне кровавых закатов. Дети будут стрелять в матерей. Цензура закроет это квадратом успех. Это не кожа и мех. Это внутри не хочет наружу. Когда я его в себе обнаружу, то буду носить оружие. Потому что такие как ты захотят у меня его отобрать. Когда я увижу тебя на пороге, поверь, я буду стоять. Безлимитный Господь сегодня. Сегодня мне чуточку трафика. Чечня под воротами рает. Без выходных в режиме рабочего графика. Лежу на своем диване, нервно курю по тебе окурки. Оставлен тобой, как Уинстон Синий, забытый в осенней куртке. В общем, все как всегда, все как всегда. Кого-то отпустят, кто-то навалится. Жизнь это просто куча хуйни, которая просто случается. Рома, Рома, дома, Рома, дома, Рома, дома, Рома, дома. Это была грязь, ебать его в рот! Сейчас мы немножко обсохнем, потные телеса протрем и выходим к вам фотографироваться, расписываться, ребята. Бля, спасибо большое, что вы пришли. Это было очень круто. Так, не толкайте девочек, не толкайте девочек. Сохраняйте их живых, пожалуйста. Это очень нужно. Потом от кого спасибо. У вас будут дети. Сейчас 5 минут. Все, сейчас пару минут и мы выйдем, ребят. Спасибо вам большое. Давайте похлопаем еще раз сами себе. Вот что значит 100% отдача. Как тебе концерт? Переводе с французского очень круто. Просто с бани, просто с бани. 100% отрабатывают ребята. Просто очень круто, вообще прям. Банька вообще сегодня просто удалась. Интересно, что он самое было крутое, когда он в паспорте написал. Ему похуй. Просто у чувака в паспорте. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Так вот готов, сразу скинь. Да. Ну что, народ?
очередной наш видос подошел к концу. Это такой влог на концерте, наверное, мы так это назовем. То есть было бы круто, да, мы снимаем интервью, и потом еще какой-то снимаем концерт, где просто люди веселятся. В комментариях пишите вопросы, которые вас заинтересуют. А еще, смотрите, мы будем с удовольствием ждать от вас комментов, кого мы должны снять еще. Да. Ну, то есть нам это очень важно, ребят. Да. Подписывайтесь, конечно, на канал. Лайкосы там оставляйте Максу, мне и еще на канал Дениса подписывайтесь, потому что они будут разъебывать. Все только начинается. Всех благ, пока. Пока. Палочку, ту самую, которую кинул Денис, который... после того, как достучал. Да, она мне прям под ноги упала. Это просто... Ты представляешь, как это круто? Есть, как круто, я жду. Где твои эмоции? Я выливаю просто от жизни, блядь!